Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Полиция и Верховный суд поддержали идею конфискации транспортных средств у злостных нарушителей ПДД. Это будет грозить тем, кто неоднократно попадался на нетрезвом вождении, выезде на полосу встречного движения, превышении скорости на 60 и более километров в час. Также речь идет о гражданах, которые из раза в раз садятся за руль, не имея водительского удостоверения. В смысле, никогда не было. Кроме того, власти собираются ужесточить ответственность для лишенников. Их не исключено, уже в скором времени будут штрафовать на 100 тысяч рублей. Трасса 101. Спрос на подержанные легковушки в марте заметно вырос. По данным Авито, основной популярностью на вторичном рынке пользуется традиционно продукция «АвтоВАЗа». В первую очередь это «Лада Приора». Ее средний ценник, страшно представить, приблизился к 300 тысячам рублей. Далее идут 14-е и «Гранты». Средняя стоимость, соответственно, 150 и почти 600 тысяч рублей. Самая востребованная иномарка сейчас – «Форд Фокус». Продавцы за него просят в среднем 570 тысяч рублей. Также в первой тройке Hyundai Solaris без малого 1 миллион рублей и Kia Rio тоже почти миллион. Трасса 101. «АвтоВАЗ» приступил к поискам поставщиков комплектующих в Азии. Так, тольяттинское предприятие прокомментировало приостановку деятельности компании «Renault» в России. Французам, напомним, принадлежат почти 70% акций Волжского автомобильного завода. Также на «АвтоВАЗе» собираются в экстренном порядке создать версии автомобилей «Лада» с минимальным набором запчастей из-за рубежа. О результатах должно стать известно в ближайшие месяцы. Заводской ценник самой дешевой «Лады» «Гранта» сейчас 728 тысяч рублей. Еще месяц назад было менее 600 тысяч. Трасса 101. В России надо что-то делать с доступностью минивэнов. Тему поднял один из депутатов Госдумы. Он беспокоится в первую очередь о многодетных семьях, для которых минивэны могли бы стать идеальным личным транспортом. В частности, парламентарий попросил правительство рассмотреть возможность отмены ввозных пошлин на такие машины. Выбор новых минивэнов в нашей стране действительно раз-два и обчелся, да и спрос, в общем-то, минимальный. Например, Hyundai Staria стоит сейчас минимум 3 миллиона 650 тысяч рублей. Обычной многодетной семье это явно не по карману. Трасса 101. А Great Wall представил внедорожник Tank 500. По размерам он сопоставим с Toyota Land Cruiser Prado. Собственно, со знаменитым японцем, творение китайского автопрома, и собирается конкурировать. Увидят ли его россияне, пока неизвестно. В Поднебесной Tank 500 будет продаваться по цене, эквивалентной 5,5 миллионам рублей. Это начальная стоимость. На автомобиле реализована так называемая система мягкого гибрида. 48-вольтовая бортовая сеть и 3-литровый шестицилиндровый бензиновый турбодвигатель. Мощность 350 лошадиных сил. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».